Они искали. Текст Чубаровой. Они открыли дверь, вошли, включили свет. Один высокий, другой маленький. «Сначала поищем на кухне», — сказал высокий. «Логично», — ответил маленький. Они искали на кухне, они искали в шкафу, в кастрюлях, в чашках, в тарелках, искали в холодильнике, в салате, в компоте, в супе, искали в кухонном столе, на всех полках, во всех ящиках, искали на подоконнике, на полу, но не нашли. Тогда они решили искать в гостиной. Они искали в книжном шкафу, на книжных полках, в книгах, в тетрадях, в альбоме для фотографий, на креслах и на диване, на телевизоре и на журнальном столике. В журналах, конвертах, открытках, но не нашли. Тогда они решили поискать в спальне. Они искали в шкафу, искали на всех полках, искали в одежде, в карманах, в рукавах. Они искали на кровати, в кровати, на тумбочке, в тумбочке, но не нашли. Не нашли в ванной, не нашли в прихожей. «Смотри», — сказал маленький, — «на двери записка». Действительно, на входной двери, на ее внутренней стороне была записка. «Дорогие внуки, я знаю, вы ищете мою фирменную клюквенную наливку и ее рецепт, но вы ничего не найдете, потому что последнюю бутылку мы, я и моя соседка Мария Ивановна, выпили вчера вечером, а рецепт я храню в памяти. Ваша бабушка». Ты помнишь все новые слова? Входить, войти. Включать, включить. Искать. Логично. Соседка
кастрюля, чашка, ящик, подоконник, хранить в памяти, решать, решить, гостиная, конверт, открытка, сторона, одежда, карман, рукав, тумбочка, прихожая, записка, действительно, внутренний, фирменный, клюквенный, наливка, рецепт, а теперь давай читать вместе. Они открыли дверь, вошли, включили свет. Один высокий, другой маленький. Сначала поищем на кухне, сказал высокий. Логично, ответил маленький. Они искали на кухне. Они искали в шкафу, в кастрюлях, в чашках, в тарелках, искали в холодильнике, в салате, в компоте, в супе, искали в кухонном столе, на всех полках, во всех ящиках, искали на подоконнике, на полу, но не нашли. Тогда они решили искать в гостиной. Они искали в книжном шкафу, на книжных полках, в книгах, в тетрадях, в альбоме для фотографий, на креслах и на диване, на телевизоре и на журнальном столике. В журналах, конвертах, открытках, но не нашли. Тогда они решили поискать в спальне. Они искали в шкафу, искали на всех полках, искали в одежде, в карманах, в рукавах. Они искали на кровати, в кровати, на тумбочке, в тумбочке, но не нашли. Не нашли в ванной, не нашли в прихожей. «Смотри», — сказал маленький, — «на двери записка». «Действительно, на входной двери, на ее внутренней стороне была записка.
Дорогие внуки, я знаю, вы ищете мою фирменную клюквенную наливку и ее рецепт, но вы ничего не найдете, потому что последнюю бутылку мы, я и моя соседка Мария Ивановна, выпили вчера вечером. А рецепт я храню в памяти. Ваша бабушка. Постарайся ответить на вопросы к тексту. Сколько людей вошли в дом? Правильно, в дом вошли 2 человека. Как они выглядели? Один был высоким, а другой был маленьким. В каких комнатах они искали? Правильно, они искали на кухне, в гостиной, в спальне, в ванной, в прихожей. Где они нашли записку? Правильно, они нашли записку на внутренней стороне входной двери. Кто написал эту записку? Правильно, записку написала бабушка. Что искали внуки? Правильно, они искали фирменную клюквенную наливку и ее рецепт. Где рецепт клюквенной наливки? Правильно, рецепт клюквенной наливки у бабушки в памяти.